Привет! В холодное время года, когда центральное отопление еще не работает или если оно не справляется со своей задачей, необходим надежный прибор для дополнительного обогрева. Сегодня я хочу рассказать о тепловентиляторе Balu BFHS-10. Надежный помощник для создания теплой атмосферы у вас дома. Тепловентилятор Balu BFHS-10 не только стабильно выполняет свою работу, но и радует глаз. Аккуратный классический дизайн помогает тепловентилятору стать органичным дополнением любой комнаты. Прибор приятно удивит вас скоростью обогрева. Мощный нагревательный элемент мгновенно выходит на рабочую мощность и эффективно прогревает помещение площадью до 25 квадратных метров. Пользоваться тепловентилятором Balu BFHS-10 не только приятно, но и легко. Благодаря сравнительно небольшому размеру и весу, прибор можно легко перенести из одной комнаты в другую. Два режима обогрева помогут выбрать оптимальную для вас мощность работы прибора. Сверхнадежный термостат будет бережно поддерживать заданную температуру, а специальная защита от перегрева следит за тем, чтобы прибор прекратил свою работу, если на решетку вентилятора попала какая-либо помеха. Тепловентилятор Balu BFHS-10 сертифицирован по системе пожаробезопасности. Этот сертификат официально подтверждает надежность прибора и его соответствие жестким стандартам противопожарной безопасности. Кроме того, Balu дает увеличенную гарантию на прибор – 2 года. Тепловентилятор Balu BFHS-10 будет безопасным и надежным помощником для создания комфортного микроклимата у вас дома.